всегда говорил, что бельцы – это особый город, а бельчане – особенные люди. Они хотели нас разлучить, поливали нас грязью, преследовали, пытались уничтожить. Но мы выстояли и не дали себя сломить. Спасибо, что не предали. Теперь я должен продолжить то, что начал. Это мой моральный долг и моя главная задача. Я вернулся, чтобы вы победили. Бельцы – наш город. Поддержите Рената Усатова и кандидатов нашей партии в муниципальный совет Бельц.